считает предложить кандидатуру открытого голосования, где включите режим голосования. Результат. 374 за, против 56, голосовало 430 депутатов. И предоставим ему слово. Уважаемые коллеги-депутаты, не сомневайтесь, вне зависимости от вашей политической позиции, вне зависимости от поддержки или критики в адрес правительства, правительство Российской Федерации будет готово работать с каждым депутатом Государственной Думы для реализации тех масштабнейших задач, которые стоят перед нашей страной. Мы, вся страна, мы будем едины. Есть